то, что Инстаграм стал рынком не только для шоурумов, но и для продажи женщин и мужчин, да, так скажем. Вот такое ощущение, что они ведут страницы лишь для того, чтобы при знакомстве, как мне кажется, что они думают, мол, при знакомстве у них сразу начнут просить Инстаграм, полить их страницу, смотреть, о боже, какие они охуенные. Я огорчу. Это нахуй никому не надо. Если девушка знакомится с мужчиной, она не будет смотреть его профиль, какие подарки он кому покупает, куда он ходит, где он отдыхает. Она будет смотреть, на что он способен в реале. А в реале обычно это ноль. То же самое и мужчина, когда он знакомится с женщиной, он не будет смотреть, кому, когда она показывала свою жопу, в какой стране, когда она увеличила сиськи или губы. Он будет смотреть в реале, есть это или нет.